привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. И сегодня у нас тренировка на автодроме. Приехали сюда вместе с Пархо на подкатах. Короче, прям такой нормальный туса. Ехали сюда. Уже разгрузились, стали в техпарке. Воскресный день, тренировка, что может быть лучше, потому что реально редко устраивают тренировки по выходным. И, кстати, ролик выходит при поддержке Дрома. Именно там вы можете купить автомобиль своей мечты. Так же, как я когда-то увидел этот Лоурель за 250 тысяч и подумал, что надо брать. Народ только подъезжает, сейчас уже начало тренировки, кто-то катается. В принципе, Лаур прогрет, Пархо тоже готовит свой морчок. У него получается тестовый выворот, я так понимаю, и последнее, что он делал, это заварил подрамник. У меня сейчас будут большие тесты вибрации, победили мы ее или нет, тоже очень важно. Держим пальчики, так сказать. Приехал еще Вахрушев на своей новой тачке. И что это? Лоурель, прикиньте. В своих видосах он говорил, что теперь он мне будет пихать по полной программе на Лоурели. У него Лоурель, кстати, питерский. Он его взял прям готовым. Он на GZ, на каркасе, но не облегченный. То есть, с учетом того, что мощный каркас варен, я думаю, вес у него тонна 400, наверное, точно. Ну, тяжеленький. Но будет потихонечку его дорабатывать. Сейчас посмотрим, как едет. Прокатимся парно, если Матвей захочет. Так, смотрите, смотрите. Так, ну чё? Всё, это последнее. Прощание с живыми мероприятиями. Да не, ладно, ладно. Не сегодня? Я не... Ну когда? Запись. Записываю. Вот, собственно, Лоурель. Ну, Лавром, наверное, конечно, уже никого не удивишь. Все металлическое, все такое, знаете, по олдскулу сделано. Вот эти коврики. Как тут бензом воняет, просто жесть. Он говорит, что там китайский бак, и он, видимо, оттечет. Ну, короче, вот так вот все сделано. Вот, сравните. Если не видно разницы, зачем платить больше? На самом деле, не, можно, конечно, в порядок привести все это дело. Торпеду, вы помните, ее можно за 800 рублей сделать. Тумблеры аккуратно причесать, проводку причесать, которая торчит. Ну, наверное, каркас перекрасить, что-то он слишком желтый. Ну, это уже на вкус и цвет, конечно. Такой вот Лавр. Двери целые. Матвей, как тебе на правом руле, привет? Здоровенько, да? Ты всю жизнь на Ожиге ездил. Да, ну тяжело. Тяжело было первое время. Знаешь что, руль-то ладно, а вот это вот... Ну да, это самое... Я еду, мне надо рычаг схватить, я там кого-то ищу, у меня эти моменты, блин, засняты. Но интересно, на самом деле, мне самому надо было что-то уже поменять, разнообразить контент, и да почему нет? Все. Не, Лавр крутая тачка, но, кстати, их уже много здесь, даже да, на автодроме. Даже здесь сколько, два катает? Мы вдвоем, четыре Лавра тут.
машину не едет, сейчас проверим. Давай, проверим. На четвертой или на третьей? Нет, едет на третьей, просто в отсечке ставься и все. Я уже в ручник ударился. Ну да, не особо удобненько. Я зря переключился на вторую, по привычке. Но в целом нормально. Редукции не хватает на большой дуге. А мощность как будто включается в один момент. Ну ты сейчас хорошо проехал, бархат так не получается. Да? Да, он четвертый, он распрямляется после постановки. Хорошо, надето, ну, на 4 с минусом. Так. Все нормально, видел? Все едет. Да, не знаю, не едет. Все едет, чувак. Все едет. И парно едет, и одному едет. Ну, ты слышишь, что он затухает там просто в кишке этой? Ты только что вот последний раз клатч сделал. Нет, это нормально. Это как, конечно, он затухает, потому что ты там на флай летишь. Не знаю. Так нормально. Давай, садись, покачу. Да, третья на разгоне в отсек убьет. Ну, блин. Я смотрю, ты этого сразу сожрал почти. Ну, да и у него скорость на постановке маленькая. Короче, есть такая тема, что руль зависает. Такой, типа, его надо... В одном моменте у него лох происходит. Да? Да, ему нужно, видимо, ограничитель. Ну, его закусывает. Ну, чуть-чуть совсем, но закусывает. А так, просто редукции не хватает. А так нормально. А ты, ну, просто я на четвертый сейчас не пробовал. Надо не боись. Карабас? А, карабас. Коробка. Смотри, сколько кусков карабаса. Охренеть, коробка. Жесть. Нормально. У нее есть такая тема, что мощности нет, а потом тык, она включает. Вот, я про что и говорю. Это она с 3000 резко начинает дуть. Я думаю, что это что-то светляет. Да, что-то светляет, наверное. Но ошибки к нему нет. Но руль такой медленнее, чем у меня крутится, но нормально, все окей. Рулежка вообще ок. Да не, я говорю, что я когда начал кататься, я понял, что типа все нормально рулится.
Ну, то есть намного лучше, чем было. Ну да. Подстули колеса, есть сложнее стало ехать. Да, но у меня вот так вот было, когда я ехал и на давление. Когда что? Когда я на давление ехал, так же было. Не, когда я, мы ехали на двушке, вообще норм. Сейчас тяжелее, но сейчас разогреется. Просто на маленьком угле она идет. Адекватно для ее мощности и веса, я думаю, это более чем адекватно. Значит, я просто, у меня запросы какие-то лютые. Запросы на просливу. Да. Прокатился на морчке Пархон. Слушайте, ну неплохо. Пархон сказал, что он что-то там не едет, но на самом деле все едет. Да, мощности, конечно, впритык. Сейчас с двух бар сделали единичку, на двух бар вообще нормально. На единичке потяжелее, но на самом деле второй круг уже лучше поехал. Сейчас вот тоже тут тестят Марк Пархо, Ваня Пархо на штурманском. Единственное, что да, редукции не хватает ему. На третьей в отсечке он едет, на четвертой уже не поедет. Поэтому чуть редуктор подлиннее получается. И как раз таки... А, или покороче. Наверное, покороче лучше, чтобы на четвертой и переключаться на третью. Потому что сейчас едешь весь конфиг на третьей. Ну, а так нормально. Рулится, кстати, вот Пархом молодец, рулежку добился. Вообще рулится ок. Руль чуть-чуть помедленнее, чем мой, но вообще нормально. Сам перекладывается. Бывало пару раз, что в лог входит такой прям вот в ограничитель куда-то. И немножко надо вытащить, но с этим можно справляться. Плюс я еще парно заехал, парно тоже окей, вообще едет. Ну, тяжелая машина, это чувствуется. Вот мощности хочется побольше на тяжелую машину, чтобы прям уверенно ехать. Или это я уже тут? Да не, на самом деле так говорю, как есть, чтобы ехать именно продуктивно. Продуктивно, быстро, но машина едет, как бы ехать на ней точно можно. По моему лавру, самое главное, вибрации есть или нету? Если честно, я пока не почувствовал. Вроде как меньше их стало, довольно меньше, и на разгоне они не такие сильные. Ну и в дрифте не так чувствуется, как на культуре заноса. Может быть, надо, конечно, погодиться на культуре заноса, чтобы почувствовать, но пока не чувствуется особо. Будем тестить дальше. Матвей, что у тебя случилось? У меня размолотило на четвертой коробку. Коробку или маховик у меня вылетел? Я хз, такой там, Стасу чуть ногу не там, все пробило. А, да ладно, нифига, ну-ка дай посмотреть. Охренеть, значит маховик улетел. Я просто видел, ты там собирал запчасти. Сцепа, маховик. Вы видели это кадры? Просто... Жесть, может там масла не было? Да нет, нет, там сцепа была слабая. Вон, видишь, пробило. Ого, да, жесть. Это вообще зло на самом деле. Хреновая тема. Да, опасно. Ну ладно, благо коробка BMW, в принципе, я думаю, не проблема, уже сегодня найдешь ее. Да, а там сцепу, что сцепу какую ставили? А, сцепа, сцепа, да. Сцепа была говно. Сцепа была говно. Вот это на Эдель бы раскошелиться хотя бы. Хорошо, надолго зато тебе ее хватит. Тем более на твою сколько мощность. Она сейчас стоит? Не знаю, 1065, наверное. Ну, что, она двухдисковая? Да, двухдисковая керамика. Но она адекватная. Like a bumblebee, a killer of the competition.
ребят, к сожалению, катка закончилась. Причем я так опасался этой ямы. Та же самая яма, как и в прошлый раз. Я думал, все, держусь от нее подальше, но мы договорились парно с Пархо проехаться. И все сразу же пошло не то. Что-то пошло не то, и я переразогнался сначала, потом меня швырнуло. Я тебя обогнал, потом меня опять выкинуло. Я чувствую и вижу в зеркало, что ты быстрый, догоняешься на меня. Я во всю дыру, у меня уже отсечка, я ставлюсь, меня вываливает на широкую, и я вижу, как начинаешь обгонять меня передо мной. Но я удержался. Да, ты жопа. Я такого демейджа давно не получал. Просто дичь, тут все вырвало. Рычаг нафиг, этот рычаг нафиг. Кулак. Скорее всего, привод, верхний рычаг тоже согнуло. И, наверное, согнуло рычаг схождения. Но главное, чтобы подрамник не повредило. Тормозную трубку люто натянуло. Возможно, ее тоже придется менять. Колесо сдуло. Ты видел, тоже лопнуло? Да спицы все, конец. Диск на помойку. Я уже сколько? 3 диска выбросил. Все рычаги поломало, причем реально все. Вот это я комбо поймал. Короче, все рычаги поломало с кулаком. То есть, главное, чтобы стойка еще выжила. Что там со стойкой? Что погнут, мне кажется, 100%. Блин, просто жесть. Вот это ударище. Это мощь. Да. Сильно. Самообидное. Ладно, чего обижаться. Короче, к таким ударам надо реально быть готовым, что всю подвеску просто на помойку, реально всю, вместе еще с приводом, офигеть. В принципе, я готов к такому удару, потому что весь зип есть, и хорошо, что он есть, не надо там по одному рычагу искать в других городах. Но все равно, конечно, я вообще в шоке. Но там яма вот эта вот, это та же самая яма, что была в прошлый раз, только в прошлый раз она загнула один нижний рычаг, и все. А в этот раз я так в нее неудачно попал, что получается, мы упали в яму, проскользили и как будто прям в стенку ударились. Вот люто в стенку колесо как будто ударилось, и все, я сразу почувствовал. Хорошо, что нас выкинуло, я доехал за пределы трассы, чтобы ребятам не мешать кататься, потому что если бы мы сейчас парализовали все движение, ну, короче, было бы фигово. Так, ладно, тут спокойно на эвакуатор забрались. Благо, здесь ребята есть на эвакуаторе знакомые. Ну, поеду на эвакуаторе, опять на подкате кустом поеду, короче, как в прошлый раз, один в один. Поедем в Гусмотец, главное ее там сгрузить, и надо будет менять всю подвеску, получается. Я надеюсь, что подрамник не загнуло, потому что если еще и подрамник загнет, это вообще фигово. Вон там эта яма, она просто упирается в асфальт. Вот тебе и автодром. Я сегодня заметил, что очень много 33-х лоурелей. Здесь их было, получается, 4 или даже 5. Кузов набирает популярность, и говорят, что их все меньше и меньше остается. Ну и, соответственно, в цене они, конечно же, растут. Кстати, цены вы можете посмотреть смело на дроме. Там есть как и заряженные варианты, так и совершенно стоковые, просто из-под деда, можно сказать. А вообще на дроме более 500 тысяч честных и актуальных объявлений о продаже авто со всей России. И как вы знаете, для Пархо мы ищем сливу, и
я юзаю там очень крутую функцию, это подписка. То есть, если вы ищете определенную машину и ждете вот свежайших объявлений, то эта функция вам будет очень полезна. Вот я ввел Nissan Laurel C33 от 60 тысяч, я думаю, даже есть дешевле. 180, 60, это по всей России. Даже есть за 1 300 000. Какой-то, видимо, супер лютый на втором джее. А еще радует, что Сливу и Laurel я купил именно на Дроме. Переходите по ссылке в описании и скачивайте приложение Дром. Дань, за сколько бы выставил свой Laurel на Дроме? Мне предлагали купить. За сколько? Ну, блин, я не знаю. Вот, типа, вот, 600 давай, сколько, или миллион? Сколько он стоит? Вот сколько он стоит? Ну, мне кажется... 400 примерно. 750? Ну, это не отобьет моих затрат. Не отобьет, ну понятно, да. Ну, типа, если предложат 1 000 000. Нет. Ну правильно, за 1 000 000 сейчас ничего не взять. Я думал об этом. Ну блин, 1.5 это как бы вроде бы дохера, а с другой стороны... 1.5? 1.5 это уже, да, это я, прям я сильно. Я только начал думать, реально. Вот Данин Laurel, про который мы только что говорили. RB25, ну, кстати, стоковый. Единственное, что турбина тут другая стоит, на 450 сил. Проводка сделана и кулмастер. Черный дым из трубы Laurel. Лавр уже уехал в Бусмотр, сейчас тоже поедем его догонять, разгрузить его надо, как-то там будет еще. Но я вывод сделал точно, что в следующий раз не надо тянуться, ну, к краям трассы. Надо ехать строго, ну, посередине, может быть, чуть-чуть шире. Потому что здесь, ну, вот этот вылет, все, сразу у тебя минимум минус диск, максимум, это, наверное, вот как у меня. Просто вся сторона. Сейчас Феодор приехал на SX, и тут так гоняет мощно. И хода видны, вот как раз на TTI, на коробке новой. И вообще едет очень круто. Не знаю, правда, как он вылетел туда в покрышке на постановке. Видимо, вроде хотел флипануть люто. Но нормально здесь поливает, я бы сейчас с ним закатнулся. Но, к сожалению, я стащил только две покрышки от этого Качленда. Думал перейти как раз уже на бэушный Westlake, который у меня в кузове. Но не получилось. Опять то же место, то же место. Да, надо все-таки себе запрограммировать, что не надо ехать по клипам. Здесь просто нет зон вылета. Тачка, как, ну, как будто ты едешь, да, ну, не в стенку, конечно, но... Подрастроился именно тем, что вторая тренировка, такой же вылет и просто минус подвеска. И сразу прекратил кататься. Здесь еще можно 2 часа наваливать целых. Вот такие дела. Ну, бывает, что. Я, в принципе, хорошо, что запчасти почти все есть. Надеюсь, подрамник не повредило. Ну и стойка. Вот надо со стойкой что-то придумать. Там бесиха. Примчали в Бусмоторс, Пархо еще едет, они на подкате двигают сюда. Разгрузили сейчас Лавра, сняли сейчас крыло, чтобы его не сломать. Еле сгрузили. Как в бокс сейчас его затаскивать, непонятно. Сейчас приедет Пархо, откроет бокс и будем думать. Повезло, что здесь у меня просто сток подвеска и пару тюнинг рычагов. Если бы у меня здесь был какой-нибудь вайсвап, вот это было бы дичь. Все. Ну, на самом деле, ну, я бы не сказал, что скорость дико большая, просто из-за того, что такой огромный выступ. Да. Я затупил, меня реально выкинуло. А вот, то есть я поставился очень рано перед тобой и подумал, ладно, не буду распрямляться, поеду боком. Поехал, тебя обогнал, что тупо это как-то вышло. Переложился, и из-за того, что я сломал траекторию, я просто сразу туда улетел. Да, да, да. Ты же, получается, по узкой шел, ну, по внутрянке, из-за этого переложился широко. Ну-ка проверь там на скручивание, как ты делаешь. Живые у нас гранаты? Нет, кстати, нормально живая. Да нет, чувак, наш проворот. Я понял. Нижний рычаг, который мы как раз меняли на прошлой неделе, в этот раз он согнулся не только тут, но еще и дико согнулся тут. Здесь, кстати, цел. Здесь у него есть усиление. Ну и кусок кулака. Далее у нас кулак. На нем часть верхнего короткого рычага. Ну и, соответственно, вот эта часть, которая на нижнем рычаге. Ступица вроде жива. Это рычаг схождения. Он у меня стоит тюненный, и он немного стал бананом.
В принципе, его можно просто выпрямить. Ну и привод я уже показывал. Короткий рычаг. Вот он тоже здесь его сломало. Он, кстати, был на полиуретане. Этот-то будем снимать? Это? Да, да, тоже надо дефектовать. Все оторвало вон. Сверху, чуть выше засунуть, вот сюда. Оу! Да, человек, это не очень походу. Его приподняло. Нифига такой ударчик, да? Да, не слабый. Вот, смотри, какая-то складка такая пошла. Ну, это, нет, это просто место, где сварено. Алло, стапель. Алло, мне нужен срочно стапель. Вызываю стапель. Это полностью далеко. Оу, щит. Оу, щит, мэн. Блин. Да, тебе нужно, короче, вкорячить все обратно. Это жесть. Приварить. Это жесть. Это не жестко, это приваривается. Банан. Нормально я залетел в ямку вообще. Ладно бы крэш там, знаешь, еще что-нибудь. Так. Просто яма на автодроме. Типа подшипник, который... А, это вывалилось, слышишь, из стакана. Получается вот так. Нет. Это вот эта фигня, очень похожа как на подшипник, но это не... Ну, она, походу, развалилась, это опора целиком. Да, это опора и оттуда. Да. Прикинь, чашка вообще оторвалась. Там, а ее видишь, это складки, и там да видно... Да ладно. Вон там вот все оторвалось. Ё-масо. Ё-масо, да? Не, братан, это старая тачка, в принципе, ей уже 30 лет, поэтому нечего другого ждать было. Ты что, Жириновский? Вот я понимаю, если бы ты взял бы себе жигу, весточку, пушечку, другое дело. Чувак, надо просто на чайзере ездить, ну, а еще было пока. Не, ну так-то сотая чаша просто элита. Привезли всю коробку зипа из гаража. Все, что нам надо, здесь есть. Но, к сожалению, дела у нас хуже, чем я думал. Можно так посмотреть вот на радиатор. И видно, что он стоит вот так вот криво. Короче, походу там лонжерон прям загнуло. И стакан. Вот стакан насколько отошел. Видите, ржавое вот это. Он там отошел. Вот там вот. Здесь тоже видно складку. Вот складка. И вот здесь от фаервола. И вот там тоже. А, еще вот здесь его загнуло, там тоже видно складки сверху. Короче, Лавра ждет стапель, походу. Чтобы ехать на стапель, надо снять будет бак, радик и все делать. Жестко, реально жестко, такого я вообще не предполагал. Кстати, развальный рычаг, вот этот, который мы думали сохранили, он вон тоже кривой. Ладно, фиг с этими рычагами. Самое, конечно, жесткое, это получить именно по кузову. Именно по стакану и по лонжерону. Ладно, это все делается, в любом случае, выравнивается, тянется, сделаем. Серега, а что-то какая-то ситуация у меня произошла. Непалёная? Подрамник капец? Нет, смотри, рычаги разные. Да ладно. По ширине, да. Да. Ну это, видимо, слива или что-то, как другой от узкого подрамника. Появляются все новые и новые демейджи. Смотрите, ступица тоже погнута. Вот это ухо погнуто. Плюс еще тормозной шланг. Гудридж армированный потек. По двум ушам рычаги нижние, которые у меня были в зипе, они оказываются уже. Я не знал, что у Ниссанов разные рычаги есть. Оказывается, да. Тут, получается, стояли с S15, C35, а с C33 чуть не подходит. Странно, кстати. Ну, вот так. Ступица тоже на помойке. Итак, лавр собран, чтобы он передвигался. Поставили все новые рычаги. Все, что новое было, поставили. Ступицу надо еще в гараже найти. Пока все стоит без привода. Стойку тоже из зипа поставил. Надо будет вести его на стапель по-любому. А чтобы вести на стапель, надо снять бак и радик. Этим мы займемся завтра уже. Сейчас он хотя бы катается. Можно будет выехать из бокса. Рычаги пригодились, которые я покупал в зип года два назад. Вот этого нижнего рычага уже нету. Этот еще один остался. Мне кажется, подрамник тоже, наверное, под замену. Такой удар. Вот здесь этого повредило. Но здесь ладно. Надо еще смотреть его будет полностью. Ну, колесо, естественно, я уже показывал. И вот горстка рычагов, которые сломало. Так, по стойке мы посмотрели шток. Шток в норме. Вот эта шайба, она стояла вот здесь. Вот здесь такая есть ступенька. И стопорное кольцо. Стопорное кольцо вообще выломало. И вот эту шайбу, ее тоже, видите, как выломало дико. В чем... Шток не повредило, а шайбу просто вынесло. Надеюсь, что я отделался только вот этой шайбой.
Я уже в своем гараже. В Гусмотрисе закончили. Сейчас здесь сложил весь лишний зип. Лава расставили там. Завтра будем снимать бак. Как я уже сказал, получается радиатор. И вести его на стабель, скорее всего. А потом, вот получается, надо вот чашку приварить. Короче, вернуть все на место. Да, неожиданно сегодня такой денек вышел. Я думал, ну, потренируюсь. Поеду там в Гусмотрис, отвезу машину, отвезу весь зип в гараж и поеду уже домой монтировать серию. Но не тут-то было. Приключения образовались сами. Че, я вылетел, подумал, ну ладно, опять, наверное, рычаг. А тут просто все. Но самое обидное, конечно, это именно стакан, потому что такая несущая часть кузова. Надеюсь, все-таки это не сильно. Подварим, и все восстановится. И все будет как прежде. Ну, короче, утро вечера мудренее, как говорится. На сегодня серия подходит к концу. Ребят, огромное спасибо, что ее посмотрели. И не забывайте скачивать приложение Дром по ссылочке в описании. И очень удобно подбирайте себе автомобиль мечты. Ну и как обычно, с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч.